Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Сэхер умерла, а также если вы хотите, чтобы Джанан покинула серию, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим наш номер. Сэхер забеременеет. Получит ли любовник Джанан Сэхер? Уйдет ли Сэхер из сериала? Какую великую печаль испытает Яман? Ухудшится ли психология Дуйгу? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом эпизоде сериала «Доверенное» хорошие дни приходят для Сэхер и Ямана. Потому что Сэхер лучше знает цену Ямана. Когда Яман поправляется, он удивляет Сэхер. После того, как Яман удивляет Сэхер, они проводят вместе первую ночь. Итак, Сэхер и Яман спят в одной постели. Сэхер и Яман вместе. Итак, наконец-то наступили счастливые дни для нашей пары. Но проблема отсутствия безопасности между Сэхер и Яманом не решена. Следовательно, это может быть период разлуки для Сэхер и Ямана. В результате брак Ямана и Сэхер находится в опасности. Если на этот раз Сэхер почувствует недоверие к Яману, всем будет конец. Потому что Сэхер думает, что Яман ей изменяет, и разводится с ним. Сэхер также должна развестись с Яманом. Когда Яман и Сэхер говорят, что они будут счастливы, они снова разлучаются. Фактически Сэхер стала жертвой своих благих намерений. Первоначально Сэхер привел Зухаль в особняк. После этого Сэхер сжалился над Джанан и отвела ее в особняк. Это поставило брак Сэхер под угрозу. Сэхер сама погибла, доверяя людям, которых не знала. Если Сэхер и дальше будет иметь добрые намерения по отношению к незнакомым людям, она может умереть. Вот почему Яману нужно защищать Сэхер от плохих людей. В противном случае Сэхер снова умрет. Конечно, на повестке дня стоял вопрос, будет ли Сэхер в нашем третьем сезоне. Скорее всего, в третьем сезоне Сэхер расстанется с сериалом «Доверенное». Потому что Сэхер больше не хочет сниматься в ежедневных сериалах. Вместо этого Сэхер обращается к еженедельным сериалам «Склауд». Если Сэхер совершит такую большую ошибку, она рано или поздно умрет. Яман тоже один. Не все наши зрители хотят смерти Сэхер. Давай лайкнем это видео. Давайте сделаем так, чтобы наши голоса были услышаны сценаристом с каждым лайком в этом видео. Чтобы она не умерла в Сэхер и остался жива. Потому что вся наша аудитория хочет, чтобы Сэхер была счастлива с Яман и ее ребенком. Я надеюсь, что Сэхер не умрет. А Яман и Сэхер очень довольны своим малышом. Но наоборот, если Назмия Ханым сделает сюрприз, Сэхер не покинет нашу серию. Если сериал продолжится так, Яман и Сэхер снова разойдутся. В любом случае мы можем сказать, что Сэхер и Яман какое-то время останутся отдельно. Джанан, с другой стороны, на данный момент достигает своих целей. Поскольку настала очередь Ямана к недоверию, Сэхер и Яман решают развестись. Сэхер разводится с Яманом после того, как снова не верит ему. А время любовь Сэхер и Ямана заканчивается. Зухал не раскрывает правду. Потому что Зухал видит, что Яман покинул Сэхер. Зухал узнает, что все это произошло из-за Канана. В результате Зухал не раскрывает правду, чтобы помешать Сэхеру и Яману воссоединиться. Даже Зухал зовет Канана на свою сторону. Зухал говорит Джанан, что она знает правду. Фактически Зухал находит веские доказательства о Канане. Джанан умоляет Зухала не раскрывать правду. Зухал также просит Канана сотрудничать с ним. Кейнан также сотрудничает с Захал. Фактически Зухал говорит Джанан, что она хочет заполучить Ямана. Канан также делает все возможное, чтобы Яман женился на Зухале. В отсутствие Сэхер Зухал сближается с Аманом. Но Яман не оглядывается на Зухала. Он также не раскрывает фактов. Сэхер с другой стороны движется в дом Дуйгу, пока не сможет встать на ноги. Кроме того, Яман не показывает Юсуфа Сэхеру. Сэхер возбуждает дело об опеке против Ямана, чтобы заполучить Юсуфа. Конечно, правда скоро снова начнет всплывать.
Правду раскрывают тетя Султан, доктор Канана и Чичик. Чичик становится свидетелем доброты Сехер в это время. Сехер делает добро Чичоку, пока ее не выгнали из особняка. Напротив, Зухал тоже плохо поступает. Чичик понимает, кто хороший, а кто плохой. Но Чичик молчит, несмотря на все беды. Как только Сехера выгнали из особняка, Чичик заболел. Чичик пытается раскрыть правду для Сехер. Но Чичик может и не добиться в этом успеха. В этот момент Сехер узнает, что беременна. Потому что Яман получит Сехер и оставит ее. Итак, Яман спит в одной постели с Сехер и мстит ей. После этого Яман увольняет Сехер из особняка. Сехер думает, что ее обманули, и покидает особняк. Сехер сначала думает о самоубийстве. Но Дуйгу и Али этого не допускают. Сехер также думает о борьбе за Юсуфа. За это время Сехер снова становится на ноги. Кроме того, у Сехер наблюдаются симптомы беременности. Потому что Сехер забеременела из-за того, что переспала с Аманом. Голова Сехера кружится. И тошнота у Сехера постоянно усиливается. Тетя Султан и Дуйгу думают, что Сехер может быть беременна. Сехер думает, что беременна, и делает тест на беременность. Сехер узнает, что беременна в результате этого теста на беременность. Но Сехер недовольна тем, что беременна. Потому что Сехер не хочет, чтобы ее ребенок рос без отца. Но решение Сехера меняется позже. Сехер предпочитает бороться за своего ребенка и быть сильной женщиной. В результате Сехер начинает бороться против Ямана за своего ребенка. Конечно, новость о беременности Сехер доходит до Ямана. Яман узнает, что Сехер беременна, и злится на это еще больше. Потому что Яман думает, что Сехер забрал у него сына. Яман не хочет этого ребенка. Яман проклинает материнство Сехер. Сехер также никогда не прощает Ямана. В этот момент вмешивается Чичик. Чичик пытается сказать Яману правду. Но Чичик тоже умирает на этом пути. Джанан и Зухал убивают Чичека, чтобы правда не раскрылась. Чичик с другой стороны заставляет Ямана подозревать правду. Яман снова идет за правдой. Яман пытается связаться с доктором Канана. Но доктор Канана убегает от Ямана. Позже благодаря Недиму нашли доктора Канана. Яман также узнает, что Канан не болен. Но Яман не узнает истинного лица Канана. Конечно, позже Яман находит человека Канана. Яман узнает все факты от друга Канана. Моя брюнетка тоже любовница Канана.